имеется колесо, на которое нужно освежить, либо поменять цвет окраса, либо же восстановить, если краска облезла. Это алюминиевая штамповка, диск, либо же для бескамерных шин подойдет эпоксидный грунт. Как пользоваться, более детально расписано сзади на флаконе. Есть много обучающих видео на YouTube, где можно посмотреть. Я лично выбрал вот такой. Предварительно надо будет подготовить поверхность для того, чтобы наносить этот грунт. Ну и потом уже окрашивать. Обратите внимание, что на колпачке есть специальная отметка, когда нужно наносить акриловую краску, каким методом. Ссылка на него будет в описании. В принципе, покрасить диск можно и снаружи, и внутри, но предварительно нужно подготовить поверхность, либо же зашкурить, либо убрать как-то старую краску, снять. Вот. Смотрите, чтобы это был не акриловый грунт, а именно вот такой для алюминиевых дисков. Мокрый по мокрому. Способ нанесения акриловой краски сверху. Вот так. Обновляйте свое транспортное средство. Доступно, сезонно.